Ну что, ты готов? Надо попасть внутрь. Да, попробую по ноге. Так, куда теперь? Еще чуть-чуть. Спасибо. Надо залезть наверх. Очередь сообщать о потерях. Это тот джедай! Расправимся с ним! Стоять! Кто-нибудь еще, атакуйте его! Расправимся с ним! Можешь оказать помощь? Вовремя. На сканерах новый корабль. Мы не ожидали от них такой огневой мощи. Что у нас с корпусом? Сильно поврежден. Прочность уже ниже 70%. Этого хватит, чтобы остановить мятежников. Просто веди без резких маневров. Да, сэр. Надо же, сработало. Фу, ладно. Доложите обстановку, что у вас там? Вы нарушаете имперский протокол 207. Прекратите, иначе мы... Так лучше. Погнали. Фу. Сколько лазеров? Раз.
Я тот, кто захватил AT-AT. А ты кто? Тот, кто очень злит империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Они им не воспользуются. Еще штурмовики. Нужно от них избавиться. Летит прямо в нас. Что делать? Держись! Приготовься, беги! Я в порядке. Ты как? Нет уж, хватит с меня этого. Ты угробил отменный шагоход. Как зовут? Кэл Кэстис. Со Геррера. Зачем пожаловал на Кошиик? Еще кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. И кого ты ищешь? Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Неспроста империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Он символ сопротивления Вуки. Бьет по империи из теневых земель. Сэре, Грис, это Со. Здрасте. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Ты забрал это у трупа? Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Эй, минутку, стоп, минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Пошли, пошли. Рад, что вы в порядке. Да, да, тоже рад тебя видеть.
опера же тут. Твой план сработал. Что, последуешь за Со? Что думаешь о плане Со? Он ввязался в заведомо проигрышную битву. Сомневаюсь, что помощь Вуки его единственная цель. Мне кажется, ему можно доверять. Может быть и так. Но он явно чего-то не договаривает. И помни, Империя ведет грязную игру. Осторожнее там, на заводе. Спасибо. Буду иметь в виду. Я занят. Надо придумать, что приготовить. Знаете что-нибудь о партизанах? Только слухи в континах, но ничего существенного. Радикалы. Империя вроде назначила награды за их головы. Ты ходишь в контины? Искать джедаев непросто. Нам были нужны сведения. И выпивка. Ну, эту историю я расскажу в другой раз. Думаешь, инквизиторы смогут нас найти? Шанс есть. Будем надеяться, что нет. Мы еле добрались. Мы не могли оставить партизан и Вуки умирать. Кэл, твои намерения похвальны, но не все в твоей власти. Мы делаем то, что от нас зависит, не больше. Будь осторожней. Красиво. Она не в состоянии сражаться. Все верно. У нас нет времени. Продержись до нашего возвращения. Говорят, Со хочет выяснить на перерабатывающем заводе что-нибудь о Тарфуле. Утром поступил отчет о том, что его видели в теневых землях. В одном имперском сообщении говорилось, что он рядом с деревней Вуки. Будто вокруг этих деревень не сотни. Штурмовики. Сюда! В шагоходе могут быть запасы! Ты в порядке? Я в норме. Фух, пронесло. Да, пара царапин. Ерунда. Не пугай меня так. Если этот план не сработает, нам конец. Мария обозначила на карте их гарнизоны. Имперцы не успеют выслать подкрепление. Все будет хорошо. Если сделаем все быстро. Были передряги и похуже. Я уважаю этого человека, но нам предстоит необычная стычка в лесу. Надеюсь, мы готовы. Пойдем, Би-1. Дела здесь идут даже хуже, чем на Зефа. Ты сказала Зефа? Я жила там до прихода Империи. Она тебе известна? Да, я был там. То, что произошло, ужасно. Мы не смогли дать отпор, но здесь, с Вуки, у нас есть шанс. С
Спасибо за то, что ты с нами. На Зефа сила явила мне кое-что. Воспоминания кого-то по имени Астар. Мой супруг. Он отвлек штурмовиков, чтобы мы с дочерью сбежали. Нрав у него был горячий. А он... Да. Я нашел его тело. В глубине души я надеялась, что он жив. Я сожалею. Не стоит. Я рада узнать правду. Не дадим Империи уничтожать миры. Беди один. Эй, спасибо. Говорит, здесь ничего нет. Ты знаешь двоичный? Ты не рассказывал. Научился в школе некоторым основным вещам. Большое спасибо. Эй, беди. Иди один. Иди сюда. Кто должен быть на другом конце траншеи? Похоже на верстак. Привет, Беди-1. Какое напряжение ты выдерживаешь? С таким трансформатором ты сможешь замкнуть имперское оборудование.
Эй, беди. Попробуем. Эй, беди. Кажется, нужна помощь. Ты там в порядке, беди один? Дай разряд. Хорошо, беди один. Приятно слышать. Эй, беди один.
Молодец. Впереди смолоперерабатывающий завод. Что империя делает с древесной смолой? Ничего хорошего. Они создают из смолы сильно действующую смесь и, похоже, расширяют производство. Остановим их. Таков план. Мы не знаем их цель, но силы врага слишком растянуты. Добытая карта это доказывает. Держи, приятель. Эти заводы также выполняют роль ужасных тюрем. Мы используем эти резаки, чтобы отвлечь внимание. А ты возьми свой меч и освободи находящихся там вуки. Нам понадобится их помощь, чтобы остановить империю. Понял. Будь поосторожнее. Слышал? Он сказал, нужна моя помощь. Пошли. Что это там? Иди. Просто проверяю здесь. Осталось после воинов Вуки. Здесь было их тайное убежище в битве против Империи.
Мертвый штурмовик. Дело Руксо. Он безжалостнее, чем я думал. Я его достану. Погиб штурмовик. Ты за это заплатишь! Я заберусь! Yes!
Не сдавайся! У меня получится! Нашел что-нибудь? Ясно. Да, иди. Вредитель уничтожен. Пламенные жуки! Они лезут сквозь стены! Огонь по гнезду! Джедай наверху! Стреляю по врагу! Все ясно. Я знал, что все к этому Ты точно хочешь подключиться к этой штуке? Ладно. Там можно срезать. Вот почему ты хотел сдвинуть эту штуку. Ты не подозревал об этом, да? Ты просто хотел включить резак.
целятся! Надо прикрыть меня! Да он дрожит от страха! Отряд! Открыть огонь! Вы там еще живы? Пока да. Почти добрались. Хорошо. Имперские сигналы тревоги раздаются по всей планете. Если ты не доберешься до пленников... Мы справимся. Я обещаю. Видимо, заблокировано. Джедай вот-вот будет здесь. А наше подкрепление? Отступает. Хорошо. Сэр? Чем меньше помех, тем лучше. Ты это видел? Иди один. Тим! Это никогда не кончится. Стражи нет. Рядом.
посещение запрещено. Вижу врага. Приготовиться. Сканеры отказывают. А? Рад помочь. Кто готов навалять имперцам? Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. Со ждет впереди. Ошейник вуки рабыни. Иди сюда, BD-1. Это процессор дроида-бойца. Думаешь о том же, о чем и я?
Смотрю, ты рад. Эй, беги. Подкинь мне Стим, Педязин.
что впереди. Мы совсем рядом. Какого? Джедай! Да, хорошо. Расстояние дошли слишком велико. Кривое попадание! Время для Стима! Давай, беги один. Вернись сюда. Так что там было? Тут заперто. Беги один. Необходима энергия. Мне нужна помощь.
Не справится. Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Тебе не должно здесь быть! Дверь заклинила! Остается, мы в ловушке! Нужно вытащить их оттуда. Мы не можем позволить себе проиграть! Огонь по готовности! Как он это делает? Что он делает? Ты пожалеешь об этом. Поможем.
друзья! Это было тяжкое время. Мы потеряли многих, близких, родных из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи еще живы. Мы еще живы. Кашик еще будет наш. За свободу. Сделала с Кашиком. Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай. Я польщен, но у нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл, я Марика Сан. А это командир Чойсик. Прости, я плохо понимаю. Чойсик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. Знаешь Тарфула? Он был в отряде Тарфула, но его схватили. Тарфул не может рисковать другими, чтобы спасти его. Он был на заводе месяцы. Чойсик поможет найти Тарфула, но тот постоянно в движении. Потребуется время. Большего я не прошу. Спасибо. Я рада, что ты с нами. Похоже, Со готов пойти на что угодно. У него, конечно, особый подход. Но времена сейчас отчаянные. Нам нужны лидеры вроде Со. Даже если на кону жизни? Кто-то должен дать отпор Империи. Почему не мы? Я восхищен этим. Значит, у нас есть что-то общее. Доброго пути, Кэл. Мы сообщим, когда найдем Тарфула. Давай разряд. Очень кстати. Рад, что нам удалось помочь Вуки. Освобождение угнетенных. Вот откуда черпаются силы для продолжения борьбы. Каждая смерть, каждая безвыходная ситуация порождает бойца, который не боится проиграть. Больше таких, и мы победим. Вы так долго сражались. Чему война вас научила? Общая трагедия объединяет людей. Чем больше у нас отбирает Империя, тем сильнее мы становимся. Каждая несправедливость побуждает других присоединиться к нам. Сообща, мы победим. Как сегодня. Спасибо. Получилось. Мы были на волосок от провала. Без твоей помощи будет сложнее. Знаю. Но не могу отказаться от своей миссии. Понимаю. У меня есть сведения, которые могут пригодиться. Несколько оборотов назад мои люди обследовали покинутую деревню Вуки поблизости. Следов Тарфула не нашли, но мы узнали, что самый безопасный путь в теневые земли лежит через этот завод. План эвакуации на случай, если все пойдет наперекосяк. Верно. Когда будешь готов отыскать Тарфула, воспользуйся этим путем. Это только начало. Yeah.
Я прослушивала переговоры имперцев и кое-что узнала. Возобновлен проект Бур. Вероятно, Империя вот-вот обнаружит еще одну гробницу Зефа. Похоже, у нас еще много работы. Думаешь, что и другие будут в порядке? Всегда остаешься оптимистом, да? Эй! Спасибо за все. Ты в порядке? Я получила зашифрованное сообщение. Отцо? От отца. Моя дочь добралась до Чандрилы. Она спасена. Чудесная новость. Лучшая новость с тех пор, как я здесь. И все же тяжело быть вдали от нее. И это только начало. Эй, Биди, пойдем. Эй, Цере. Кэл, рада, что ты цел и невредим. С нами связалась Мари Касан. Мы знаем, что ты не нашел Тарфула. Обожаю, когда мы впустую рискуем жизнью. Это чудесно. Не впустую. Мари и Чойсик прорвутся. Мне нравится твой оптимизм. Он бы нам всем не помешал время от времени. Эй, я тоже верю в свет в конце туннеля, который я увижу, если умру. Ты отлично справился, Кэл. Хоть мы пока и не нашли Тарфула, но ты спас многие жизни. Помни об этом. Спасибо. Поговорим позже. Когда захочешь лететь, дай знать. Я буду здесь. Так, куда теперь, Биди? Назад на Зефа, а? Имперцы могли найти гробницу Зефа. Нельзя терять время. Жаль. Один из бойцов СО говорил об игре с высокими ставками. Кредиты лишними не бывают, верно? Ставки? Грис, одумайся. Недалек тот день, когда сброд Гаксиона выйдет на тебя. Ха! Эти оболтусы! Да я их за целый парсек учу. Твое увлечение ставками не должно создавать нам проблем с преступными синдикатами. Ты права, я знаю. Просто хочется иногда избавиться от стресса, понимаешь? Но это все в прошлом. Я уверен, проблем не будет. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Может, мне заняться садоводством?